кем я могу в армии работать. То есть я гражданский, но я не военный. Но... В смысле, вы что думаете, вы один такой, что ли, или что? Или все родились с автоматом в руках, блин? Человек, когда хочет научиться, он учится. Причем здесь то, что вы гражданский? Должности стрелков, есть гранатометчиков, есть пулеметчиков. Разные. На сколько контракт? На 3 года первые. С правом продления, да? Да. После первого контракта человек собирает там ерунду документов, ему начинает капать на отдельный счет в России, ему открывается счет, ему начинает капать ипотечные деньги.